Образцы крови 105 медицинских специалистов в Японии, получивших в период с марта по апрель две дозы вакцины, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech. Группа установила, что у 85% обследуемых имелось достаточно тел, которые располагают действием распространившихся в Великобритании, ЮАР, Бразилии и других местах. Группа также сообщила, что у 99% обследованных было достаточно антител, которые, как полагают, эффективны против общераспространенного штамма коронавируса. Как сказал один из участников группы, профессор Яманака Экэхару, результаты показывают, что люди могут распространять иммунитет нейтрализующих антител против известных в настоящее время вариантов при получении двух доз вакцины. Вместе с тем профессор Яманака предупредил, что не у всех получателей вакцины нейтрализующие антитела в достаточных количествах, и добавил, что его группа намерена оплатить исследованием больше людей, чтобы собрать дополнительные данные. Международный олимпийский комитет дал понять, что большинство спортсменов на Токийских играх будут вакцинированы. Международный олимпийский комитет провел заседание руководства в режиме онлайн. Члены руководства были проинформированы о подготовке к Токийским олимпийским и паралимпийским играм. Официальный представитель Макс Адамс после заседания провел пресс-конференцию. Он рассказал о вакцинах от коронавируса, которые предоставят компании Pfizer и BioNTech. Адамс сказал, что по подсчетам Макс, подавляющее большинство проживающих в Олимпийской деревне будут вакцинированы. Он не уточнил число, но сказал, что оно будет большим и возрастающим. Источники знакомые с ситуацией сообщили NHK, что по нынешним расчетам Международного олимпийского комитета около 70% спортсменов и других представителей будут вакцинированы до прибытия на игры. Адамс также высказался о негативных взглядах в Японии на проведение игр в условиях продолжающегося распространения коронавируса. По его словам, игры будут проходить безопасно. Он отметил, что программа вакцинации станет очень ясным посланием японскому народу. Министерство иностранных дел Японии откроет центр тестирования на коронавирус в Индии для японских граждан, которые планируют вернуться на родину. Правительство Японии призывает японских граждан рассмотреть временное возвращение на родину,
чтобы избежать взрывного роста числа случаев заражения коронавирусом в Индии. Возвращающимся лицам необходимо предоставить отрицательный результат тестирования на коронавирус. Для ускорения этого процесса Министерство иностранных дел Японии решило открыть временный центр тестирования с помощью японских компаний, работающих в Индии. Этот центр будет открыт в гостинице в окрестностях Дели. Японские граждане, находящиеся в Индии, смогут проходить бесплатное тестирование, которое начнется уже на следующей неделе. В пятницу Япония введет общий запрет на въезд иностранцев, находившихся в Индии, Пакистане или Непале, последние две недели. Подтвердил 16 новых местных случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордом второй день подряд. Тайвань сохранял число местных случаев инфицирования на низком уровне в результате строгого применения противовирусных мер, включая ограничения на передвижение и правила карантина. Тайвань к настоящему моменту подтвердил 1231 случай заражения. При этом местные случаи составляют всего 122. Большинство случаев были изведены. В последнее время здесь наблюдается рост случаев заражения среди людей, которые не совершали недавних поездок за пределы Тайваня. При этом прохождение некоторых случаев не удалось проследить. Во вторые классы Тайваня повысили на одну отметку до второго уровня из четырех предупреждения в связи с коронавирусом. Официальные представители сейчас запрещают проведение мероприятий в помещениях с участием более 100 человек, а также на открытом воздухе с участием более 500 человек. Они также отдают распоряжение компаниям и предприятиям о приостановке деятельности, если те не выполняют требования о противовирусных мерах. Совещательная корпорация NHK по докладу по вопросам обороны Японии 2021 года подчеркивается необходимость пристального наблюдения за военными операциями американских и китайских вооруженных сил в отношении Тайваня и других мест. В проекте представлен раздел, посвященный отношениям США и Китая. В нем отмечается, что политическое, экономическое и военное соперничество между двумя этими странами будет становиться более интенсивным, и Вашингтон с Пекином будут пытаться ограничить влияние друг друга. В частности, в документе отмечается, что США открыто поддерживают оборонный потенциал Тайваня, в то время как Китай активизирует военную деятельность вокруг Тайваня. В проекте говорится, что изменения баланса военной силы между Китаем и Соединенными Штатами могут повлиять на мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. По поводу Северной Кореи в проекте отмечается, что эта страна, по всей видимости, уже располагает потенциалом нападения ядерными боеголовками с использованием баллистических ракет, способных достигать Японии. По документу указывается, что прогресс пхеньянов, связанных с этим потенциалом в технологиях, свидетельством которого служит демонстрация на военных парадах баллистической ракеты нового типа, представляет новую угрозу для Японии. Всемирной службы NHK World Japan. Наши программы доступны в интернете. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. Ждем вас и на нашей странице в Facebook. Подписывайтесь на NHK World Japan Russian. Вы также можете загрузить мобильное приложение NHK World Japan. Слушайте радио Японии и присылайте свои отзывы. Для этого на нашем веб-сайте выберите раздел для контакта и заполните соответствующую форму. Вы можете отправлять нам и обычные письма. Наш адрес в Японии. Japan 150-8001, Tokyo, NHK, Radio Japan, Russian Section. На этом мы заканчиваем вещание информационного выпуска на территории Японии. Наша программа продолжится в зарубежном эфире Радио Японии. Продолжим наш информационный выпуск.
Открыли чемпионат Сингапура по бадминтону, проведение которого планировалось с 1 по 6 июня, был отменен из-за глобального роста числа коронавируса. Всемирная федерация бадминтона объявила об отмене этого международного соревнования в среду. Турнир должен был стать последним чемпионатом, позволявшим спортсменам заработать очки для участия в Олимпийских играх в Токио. Другие турниры, которые должны были состояться в Индии и Малайзии в текущем месяце, были отложены из-за пандемии. Федерация сообщила, что она намерена выступить с отдельным заявлением по поводу квалификационного отбора для участия в играх в Токио. Правящие и оппозиционные партии Японии согласились отложить намеченное на среду голосование в Нижней палате парламента по законопроекту с целью пересмотра иммиграционного закона страны. Правительство подготовило поправки в закон в ответ на растущее число иностранцев, которые остаются задержанными в течение долгого времени в иммиграционных центрах. Правящие партии хотели вынести законопроект о поправках на голосование в среду. Полагаю, что по нему были проведены в полной степени дебаты в комитете по имеющимся вопросам Нижней палаты парламента. Оппозиционные партии отказываются от участия в голосовании до тех пор, пока не будут обнародованы обстоятельства смерти женщины из Шри-Ланки в период ее задержания. Эта женщина в возрасте старше 30 лет просрочила свою визу и скончалась в марте в иммиграционном центре для задержанных лиц в Нагое, в центральной части Японии. В обстановке, когда продолжается конфликт между израильтянами и палестинцами, проживающими в Израиле, вступают в столкновение с силами безопасности. В середине апреля, когда у мусульман начался священный месяц Рамадан, в Иерусалиме произошло ряд столкновений с применением насилия. Все более интенсивными становятся взаимные атаки между сектором Газа, который фактически контролируется группировкой исламских фундаменталистов Хамас, и вооруженными силами Израиля. Согласно сообщениям, в Газе в результате ударов авиации были убиты по меньшей мере 65 человек, в том числе дети. В Израиле 7 человек были убиты в результате ракетных ударов по коммерческому центру Тель-Авиву, а также другим местам. Насилие также распространяется в городах, где проживает большое количество арабов. В результате столкновений арабского населения с силами безопасности имеются раненые. В некоторых из таких городов в ночное время введен комендантский час. Совету безопасности ООН не удалось достичь согласия по единым действиям в ответ на конфликт между Израилем и палестинцами. Как сообщается, Соединенные Штаты Америки выступили против проекта заявления. В среду в закрытом режиме состоялось экстренное заседание Совета безопасности по просьбе Китая, который председательствует в Совете, а также по просьбе Норвегии и Туниса. Оно прошло после аналогичного заседания в понедельник. Китай и другие предложили проект заявления призывом к силам безопасности Израиля и радикальной исламистской группировки Хамас прекратить насилие. Однако источники, знакомые с данным вопросом, сообщают, что Соединенные Штаты, которые поддерживают право Израиля на самооборону, выступили против проекта. Китай, как полагалось, будет рассматривать изменения формулировок в проекте, а также предпринимать другие усилия. Корпорация Toyota сообщила, что в финансовом году, который завершился в марте, чистая прибыль предприятий группы выросла до 2 триллионов 200 миллиардов йен или приблизительно 20 миллиардов долларов. Корпорация обнародовала этот показатель в отчете о финансовых итогах своей деятельности, опубликованном в среду. В течение какого-то времени продажи автопроизводителя сильно страдали из-за пандемии коронавируса. Однако компании удалось предложить рентабельные модели, как было запланировано, что способствовало активизации продаж в Соединенных Штатах Америки и Китае, где спрос на автомобили уже восстановился. Компания заявила, что ей также удалось свести к минимуму воздействие общемировой нехватки полупроводников. На финансовый год с апреля 2021 года по март 2022 Toyota прогнозирует чистую прибыль увеличенной более 21 миллиарда долларов. Корпорация рассчитывает, что ей удастся продать по всему миру 10 миллионов 550 тысяч автомобилей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan. Уважаемые радиослушатели,
радиослушатели. Сегодняшняя программа впервые вышла в эфир 28 января 2021 года. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. В эфире очередной выпуск передачи «Япония крупным планом». Микрофон Лучин и Катерина Тичко. По Японии, в которой мы рассказываем о поездках по стране, в поисках малых интересных мест. Сегодня наш рассказ о городе Осака, самом крупном в Западной Японии. А наша рассказа стала Шоу Сакьяси, архитектора США. Вместе с ним мы попытаемся узнать об истории и культуре Осака через призму архитектуры этого города. Osaka is a large city, just like Tokyo. That is the vague image I've had of the city. But today, I'm looking forward to exploring the real Osaka by examining its architecture. Tokyo, Osaka — большой город. Но это мое представление об этом городе заканчивается. Но сегодня я с нетерпением жду возможность увидеть настоящий город Осака через призму его архитектуры. Осака – крупный город с населением более 2 миллионов 700 тысяч человек. Он расположен приблизительно в 400 километрах от Токио. По приезду в Осака Джеймс направляется к одному из самых известных зданий – Осакскому замку. Этот замок был первоначально построен во второй половине 16 века, но здание полностью сгорело во время пожара. Нынешнее здание – реконструкция, сделанная на основе документов и рисунков тех лет. Увидев замок своими глазами, Джеймс поражается его размером. Замок окружен большим рвом, за которым каменные стены почти метровой высоты. А над стенами возвышается пятиярусная восьмиэтажная главная башня замка. Замок был построен по приказу Тоётоми Хидэёси, великого японского генерала той эпохи, который, победив на полях сражений Японской войны, взял всю страну под свой контроль. По некоторым данным, Хидэёси посвятил 15 лет жизни строительству этого замка, ставшего неприступной крепостью. Стены главной башни замка белые и черные, а ее крыши ярко-зеленого цвета. Стены и крыши украшены сверкающими золотыми крестами с изображением тигров. Заместитель директора по исследованиям главной башни замка Осака Миямото Юджи объясняет, почему замок так выглядит. Полагаю, что Хидэёси сделал замок таким роскошным, чтобы подчеркнуть свой статус. Наверное, ему хотелось тем самым показать, что он достоин властвовать над всей Японией. Хидэёси был человеком низкого происхождения, но он смог подняться до самой вершины власти. Он известен своим чрезмерно пышным, вычурным вкусом. И можно сказать, что Хидэёси и его замок были далеко всему городу. А как все это сказалось на сегодняшних жителях Осака? Вот что говорит Миямото. Посетив замок Осака, Джеймс отправляется на прогулочной экскурсионном судне путешествие по водным путям города. Осака – один из самых водных городов мира. Вода покрывает здесь около 10% всей площади города. Благодаря
после эпохи Хидэйоси, когда политическая власть перешла в сегодняшний Токио, город Осака развивался благодаря водному сообщению. Наибольшего расцвета город достиг в период быстрой модернизации Японии, которая началась в середине 19 века. Этот город на какое-то время, в начале 20 века, даже стал самым густонаселенным в стране, получив название Дай-Осака или Большой Осака. Джеймс находится в одном из камней того периода. Это Ноудзюо-Кайкан, что означает «дом плохой истории». Это семиэтажное здание, облицованное коричневой краской. Оно было построено как мост, работавших в хлопковой промышленности. Стен внутри украшены тончайшими волосами. Их здесь около тысячи. И каждый был изготовлен вручную из печати Уту. Вот что говорит Хасидзуме. Процесс перевоплощения Осака в современный промышленный город. Его жители внимательно смотрели на другие города мира. Изучали их и принимали для своего города все самое лучшее. Люди в Осаке были полны решимости догнать другие города мира в той эпохе и сделать так, чтобы об их городе тоже узнали. Во время воздушных налетов Второй мировой войны большая часть города сгорела дотла. Но, тем не менее, город смог установиться и вновь превратиться в современный центр. На этот раз городской быстрого послевоенного экономического роста страны. Символом того времени была первая в Азии международная выставка, которая прошла здесь в 1970 году. 77 стран приняли участие в Осака-экспо, которое посетило рекордное число людей – 64 миллиона. На месте этой выставки сегодня мемориальный парк. Здесь перед глазами Джеймса предстает сооружение, которое в то время привлекло большое внимание. Это башня Солнца, 70-метровая башня тематического павильона. Oh, wow. This is so huge. Can this be a sculpture? Боже, она такая огромная. Это скульптура? Башня Солнца по виду напоминает гигантскую белую глиняную фигуру с распростертыми руками. У нее три лика. Сверху на нас смотрит золотой лик. Спереди, примерно в середине, находится лик Солнца, а сзади лик черного Солнца. Эту башню придумал художник-авангардист Окамото Таро. Сразу после ее сооружения Иноуэ Тацухико работал в этой башне видом. Вот что он говорит. При входе на выставку посетители поднимались по лестнице, и перед ними открывалась башня Солнца. Многих ее вид просто шокировал. Люди не знали, что думать. Особенно сильное впечатление эта башня оставляла у людей в возрасте. Они просто замирали, потрясенные. Иноуэ проводит Джеймса внутрь башни, и оказывается, что внутри она ярко-красная. В середине установлено древо жизни, художественное творение около 40 метров в высоту. На ветвях и стволе этого древа спутаны около 180 существ 33 видов, окрашенные в яркие цвета, а от амеб и других одноклеточных у подножья до кроманьонца, древнего человека, на самом верху. О, мой Боже! Боже, это невероятно. Снаружи эта башня создает очень мощное впечатление, а уж внутри это просто поражает. Потрясающе такое что-то. Просто непередаваемо. Путешествие Джеймса подходит к концу. Последняя остановка – Иншикай, или Новый мир.
Это популярный район развлечений, существующий в Осаке еще с довоенных времен. Местным жителям особенно по душе здесь одна довольно старая башня. Это 108-метровая башня Цутенкаку. Нисигами Масааки – президент компании, которая сегодня управляет этим зданием. Он рассказывает, что башня была первоначально построена в 1912 году по образу и подобию двух великих символов Парижа – Триумфальной арки и Эйфелевой башни. Первая использовалась как модель для создания основания Цутенкаку, а вторая – для создания самой башни. В то время это было кардинально отличавшееся от всего великолепное архитектурное сооружение, поражавшее всех, кто его видел. Многие полагали, что башня была самой высокой стальной конструкцией на Востоке. Но во время войны это главная туристическая достопримечательность сгорела дотла. Вот что говорит об этом Нисигами. Жители Осака дали средства на строительство новой башни Цутенкаку. Я думаю, что все считают, что Цутенкаку является важной частью города и района Синсэкай, и всем очень хотелось ее восстановить. Новая башня была построена через 11 лет после войны. С тех пор ей пришлось столкнуться со многими финансовыми кризисами, угрожавшими ее существованию. Но каждый раз жители Осака снова спешили на помощь, чтобы спасти любимую башню. Мы спросили у владельца небольшого магазина и у одного из посетителей Синсэкай, что для них значит эта башня. Один вид этой башни придает мне сил. Это символ Осака. I'm very impressed with the sheer number of historic buildings still remaining here in Osaka. I think в эфире передача «Путешествие по Японии». Сегодня мы взглянули на историю и культуру города Осака через призму его архитектуры. Сегодня мы предлагаем вам песню под названием «Осака Лава», которую можно перевести как «Влюбленная Осака». Песня была выпущена в 2007 году, а исполняет ее популярная японская Лин Камчу.
Thank you.